Партнер рубрики «Тема дня» – сеть магазинов обуви для всей семьи «Каприз» и «Каприз Кало». Съезд эстакады закрыли в понедельник, и причина тому – уважительная реконструкция переходной плиты на мосту через Приголю. А жители Октябрьского иронизируют, похоже на эксперимент от властей, чтобы такое еще закрыть в этом районе. Вчера мы вызывали такси внуку. Таксист отказался сюда ехать. В результате мы опоздали на 20 минут. Вот. И дочь жалуется очень, съезды плохие, с моста вообще невозможно. 45-й ходит редко, крайне редко. Скорая и пожарная, конечно, не откажутся, но ехать будут значительно дольше. От 20 до 40 минут плюс к привычному времени, уже подсчитали автомобилисты. Мы сюда добирались очень долго. Проезжаешь по мосту и делаем... То есть крюк по Дзержинскому. Конечно, это очень неудобно. Вечером пробки большие там. Очень сложно, только один съезд сверху, причем только со стороны проспекта Калинина. То есть, если хотите с центра города, надо спускаться, разворачиваться и обратно подниматься. Я не знаю, как люди здесь живут. Я живу на этом краю, ближе к Песочной. Поэтому с Московского выезжаю сюда, еду, опускаюсь вниз и еду к парку Калинина, 40-летия. Потом выезжаю опять на мост. Проезжаю почти до конца в сторону Московска, тогда только опускаюсь вниз. То есть такая вот петля получается. Когда закрыли ближайший к домам съезд, терпели неделю, а потом поняли, пора брать ситуацию в свои руки. Для жителей острова, уставших от бесконечного ремонта, эти блоки не стали препятствием. Их просто раздвинули и, несмотря на запрещающий знак, проехали по привычному маршруту. А утром от дорожников последовал ответ. Сюда привезли уже бетонные блоки. Они добавляют этому кирпичу весомости и пока безапелляционно останавливают автомобили. Власти города рассказывают, сроки сохраняются, съезды с эстакады планируют открыть к 20 июня. Катерина Брынюк, Екатерина Калиниченко, служба новостей, город. Партнер рубрики «Тема дня» – сеть магазинов обуви для всей семьи «Каприз» и «Каприз Кало».